подписчики моего канала, у меня течет кровь в завод быстрее, врывы закадровые, как всегда, зомби решили, хватит это терпеть и ворвались на нас. Всем привет, да. Всем привет. Мы тут. Короче говоря, мы направляемся на А2, но по сути, я думаю, не особо туда дойдем, потому что дико холодно. Лучше посмотрим, что здесь сейчас. Здесь есть какой-то... Да, что с нас не грохнем, мы в другое здание пошли просто. И одежда цивиля. Я перевязался, все, я иду к вам. Я вижу вас. Там еще заход наверх. Карта нужна, Джек Шепард? Есть. А это что за одежда? Это цивилиан. Кто-то, видимо, уже переоделся. Здесь побывали до нас. А, скоро господи. Давайте выследим их. Два хитпак! А я, кстати, вот тут я был, ребята. Вот тут я был в своей первой серии. И знаете, что я вам скажу? Это аккуратно тебя скорчат сейчас. Это локация из Сталкера. О, Макарыч, патроны мне не очень нужны. А то я все свои расстрелял. Ты вышел? Я наверх поднялся. Это не он. Приготовься, он там на второй этаж зашел. Алло! Дружественное, слышь меня? Мы не хотим войны! Я стреляю по канистре. Если ты понял меня, ответь! Вот там, где канистра горит, там я. Как всегда. А, кажется, ж, Артур, это он там. Так ты же говоришь, не он. Нет, так я думал, он под нами. Нет, я поднялся, говорю, сзади на второй этаж. Хорошо, да, это ты. Ну, теперь я думаю, твою канистру видели. У меня тут уже план перехват. Я сказал свою нереальную речь. Я убиваю зомби пока что. А я патроны для Макарыча пью. Нормально. В следующий раз надо будет забежать, и я с Макарычем постреляю всех зомбаков. Вам зомби по лесенке поднимаются в наглую просто. Тихо. Расшатал. Хорош, вообще просто Хэнкок. Так, давайте что-нибудь. Я пойду, тут рядом военная вышка есть, ее тоже надо лутануть. Окей. Джек Шепард, ты еще там внутри? Я на первом этаже выхожу. Нашел сельский сортир. Аккуратно, здесь зомбятин, по-моему. Там Макар... Слышу кровососа, по-моему. Такой звук был. Да, это Петрович. Он просто не пил давно. Такой недовольный. Зачем тебе? Все видят высокую военную вышку. Когда кто-то бегает за тобой, это меня нервирует. Видим. Ты там? Я предлагаю, да, идти туда, в том направлении. Пошли, мы уже идем. Угу. Я уже там, тоже. А я тут, блин, я точно тут был. Вот это единственный момент, когда я ощущаю себя. Что я тут был. А он там, кстати, вижу. Это можно водички набрать, наверх, ребята. А по возможности просто поводите зомби, хорошо? Может быть, слева водички наберем, а, Артур? Сейчас наберем. Решаем зомби, потому Палашек, что у меня одна мишка. Да, возьми, пожалуйста. Хорошо. Взял две дымовухи еще. Нет, возьму одну. Беру патрончики на крас. Они еще СД. Так, две зомби? Я подойдут. Вот, кстати, реально хорошая страта, когда вы водите зомби, а я пока спокойно лутаю и не боюсь, что меня подожмут. Так, и бинты, которые мне не особо нужны. Все, я спускаюсь, и мы уходим. На самом деле там в отдалении еще одна вышка есть, я вижу. Что это за вышка? Пока что не могу видеть и сказать. Дальше по дороге идет. Давай спускайся. Вроде все спокойно пока, по этим. Сейчас. Ко мне вот ребята Поправим. Поднялись. По мне стреляют с пулеметов. Щит. Кто? Не могу сказать. Ой, со снайперки. С какого расстояния? Рядом со мной где-то. Я постараюсь найти его. По мне чуть левее слышу. Откуда вы взялись? Кто-то видит? Я стараюсь убежать в укрытие, потому что я не хочу. Это я. Если можете, на завод отступайте обратно. Я по мне свистят пули по мне. Я отступаю. У завода. Стреляют со стороны, где меня нет. Слева стреляют. Зомби все испортит. Зомби всегда все портят. Отступил завод, кровь течет. Я в заводе у лесенки. А я не в заводе. Слышу Артура. Артур, видишь меня и проведет тебя. На чердаке, где мы были, помнишь? Я зашел, да. Сейчас на чердак поднимусь. Перевязываюсь. Будем надеяться, у них гранат нет. Я к вам. Все, давай. Че, забейся, сдерживай или как? Да пока этот. Лучше по окошку смотри, потому что эти зомби еще хрен знает, когда поднимутся. Так, что я твою влево буду пасти. Угу. Я хочу на чердак. Там чердака нет вообще-то, там есть крыша просто и все. О, смотри, они поэтому поднимаются. Зомби ко мне идут.
Вали их, чё. С пистолета стреляю. Блин, ну все мимо. Твою мать, вот эти зомби, они просто портятся. Угу. Слушай, бешенка. Тебя хорошо порвали? Я норм. Кровь им перелей. Не, я норм. Еще раз говорю, я норм. Ладно. Ты говорю просто там с пулемета. Ну сильно, но хорошо. Но я норм. Еще воюем. Не время. Сейчас размотаем. Да-да-да, спокойно. Главное, мы никуда не спешим. Я прошел мимо окна, меня никто не заметил, и стрелять по мне никто не стал. Ну, они могут выжидать просто. Стрельба была за сумму СГ-36. Но по мне четко летело, прям. Ну да, я слышал, причем вроде бежал на звук, но потом звук вообще с другой стороны оказался. Фух, хорошо. Теперь маленько подуспокоились, потому что зомби... Я вижу кабана. Ты на чердаке? Да. И чё, как у тебя просматриваешь в ту сторону? Они могут сейчас с леса обойти. И зайти с другой стороны, поэтому... Пасите все-таки помаленьку. Ну хотя, что я рассказываю. Я пасу вот вниз, если кто зайдет. А я пасу, как мы уходили со стороны вышки. Самую правую сторону я не могу видеть. Короче, на входах их примем, я думаю, если начнут щемиться сюда. Все, что мы сейчас можем, это ждать. Круговую оборону заняли, мы защищаемся. Они агрессоры, они нападают. Вижу бегущего зомби нагренного справа. А мне знаете, что кажется, что они вряд ли сюда пойдут, потому как они... Они видели, уже идут сюда. Что на строй бежал, ладно. Ты меня слышишь? Да-да-да. Что-то кричат. Мне плевать. Снизу есть. Раз они пяти стреляли, я буду гасить сразу. Я не... Слышь. Я упал, я умер. Как? Я упал и умер. Ну, я немножко сфейлился. Соскользнул. Но я убил одного из них, второй без оружия. Выходите, разбирайтесь. Там крики бешеные. Джек, что там? Я не вижу. Слышу шаги. Там один остался голый снизу. Там еще есть зомби. Точно? Откуда ты знаешь-то? Я видел двоих. Я слышу крики сзади. Убил того, что с оружием, второй без оружия. Вон он ползет. Он с оружием. А, все. Тихо. Че все? О, я его убил, походу. Я убил его. Я в воде был. В какой воде? Бандитом. Черт подери. Что со мной? Ну все нормально, сейчас Шуса надо пушку подобрать, у тебя большой, нет, рюкзак? А, ну да, у меня в нем эмка. Блин, ну мне тогда сейчас придется говно всякого сгрузить, потом Шуса надо будет искать. Я стреляю. Я найдусь. Ну, ты, например, честно говоря, я не хотел его убивать, я хотел у него оружие забрать, перебинтовать его и оставить тут. Нет, надо ловить. Они начали стрелять. Какие разговоры, вы чё? Из не нас бывает. Всех я главный бандит, нормально. Угу. Сколько места занимает 10 слотов, одно оружие. О, так это мне вообще сейчас все. Что ты там устроил? Третью мировую. Там у одного чешский бэкпак был. У него, кстати, пушка, как у тебя была. Чешский бэкпак. Это хорошо. Единственное, что их может быть не двое, а трое. Артур, ты с него рюкзак по-любому забираешь. Хорошо, сейчас. Может, у него чешский. Давай ты пока смотри, у него есть еда. Я покушаю. У него он собирал на машину себе что-то. А зачем тебе это М16? В смысле, я с ним буду бегать, как только калаш закончится. А, у тебя на него патроны есть? Да. Понятно. Так, ну сейчас я чешский бэкпак возьму. Нет. Давай, у него в этом, в чешском. Ну, в общем, там разберёшь, я эти кусочки еды у него оставил. Да у меня, похоже, сейчас все забьется просто. Так, я выхожу, вроде пока никто не видит, и... Так, а второй-то где умер? А, вот он. Он в Элисе был, да? Тулбокс. Я стреляю. У них пушки одинаковые, кстати. Может, пока их взять одну? Блин, ой, сейчас. А сейчас, ну да, у него ДМР. Тебе зомби бежит, аккуратно. У тебя за спиной пьет. Нету больше. Мне бы просто... Ну, нормально. О, у него гилли. Угу. А у меня бандитки, у меня костюм поменялся, Артур, или нет? Да, поменялся. Белый? Не знаю. Тебе гилли нужно вообще? У меня она... белый или нет? Она, по-моему, белая, если что. Артур, я в чем? Ты в обычном бандитском костюме. То есть в котором ты тогда был? Да. Ну, здесь он выглядит немножко по-другому, но похоже, да. Так, что мне тут нужно?
конечно, так беззаботно уселись. Ну, а что делать? У него это сломанные ПНВ было. Так, у него есть граната, у него есть баночка с едой, еще антибиотики. Ну, я не возьму сразу схему, не знаю зачем. Так, типа, я в Воркуте. Ну, тебе не так далеко, кстати, до нас бежать. Вообще понты. Ох, блин, я что-то туплю с этим рюкзаком. Сейчас я ДМР положу пару этих магазинов, чтобы тебе стрелять. Угу. Все хорошо. Я готов. Я свой костюм даже близко менять не хочу. Но он устраивает кепочка. Ну, в таком случае даже не знаю, что делать. Ну, можете меня подождать, я прибегу. Конечно. Ну, подержаться пока. Можете что-то еще поделать. Можем прекратить запись, пока я не добегу, например. Посмотрим сейчас. Пару минуток посмотрим. А что тут у него баночка с едой еще? Ты набери себе, потому что... Я себе взял все, я себе оружие сменил. И... Ну и все, пойдем. Зомби, прям за спиной твоей. Я только оружие сменил, не на пистолет. Ты меня зажал на стенку. Так, я зайду внутрь, сейчас полечусь. И, в принципе... Сколько ты примерно будешь бежать, шестого? 5-10 минут. Ну, окей. Тогда мы, наверное, прервем сейчас. Ага. Че, я трупы хороню? Храни, конечно. Ты че, какие храни? Я лутать буду, воу. Я нашел велик. Велик? Я просто облутал, и Артур облутал. Ну, ладно, тогда даже запись не врубаем. Раз ты велик нашел, это будет смешно. А вот, Артур, ты кровоточишь? Так, подожди, я ж перевязался. А теперь? А все еще? Так у меня кровь не показывает, что идет. Кровь бежит. А вот, идет, опять пошла. Литрами. Так, зомби снимаю. От первого лица это просто блеватрон 9823, я еду. Ну, надо думать. И качание головы убрал. Все, приехали. Дерево упало, я продолжаю движение. Я сейчас в море улечу. Человек или дерево. Блин, я так испугался, когда меня в море показали. Ну, на самом деле, это ожидаемо. Рик Шепард, может, выйдем пока отсюда, посмотрим вторую вышку, которая там у нас есть. Айда, а, вот та, которая за этими-то всеми. Которая дальше по дороге. Отлично. Я зомби, я не... Дождик пошел. Справа зомби нас бежит. Как он нас увидел, конечно. Ты давай его пройти. Убьем лучше. У меня пушка, с которой не стоит убивать. Зомби. Да хрен с ним, пойдем, там все-таки подъем будет нормально. Единственное, если там враги, то будет печально. Ну, я не думаю, что там кто-то будет пусть такого. Подожди секунду. Что-то летит. А, это велик так шумит. Фух, все, ничего. Продолжайте, ребят, простите. Я взлетаю, я лечу. Велик, когда на полной скорости лечу. Тут зомби заспавнены на кого-то. Сходим в канаву. Вот этот момент я обязательно буду смотреть. Это просто хардкор. Что там у тебя происходит вообще? Я между деревьев, как... Короче, Орондон, The Semi Rolling, The Hating, я лечу, короче, к вам. Артур, мы к одной вышке бежим? Да, я зашел внутрь нее, а ты справа от нее пробегаешь. Это такие американские горки, это офигеть. Блин! Я нашел толчок, в толчке лежит... Блин, кто тут жил вообще? Что за люди? Пистолет лежал? Макаров с одной обоймой? Нет. Там лежали пустые консервные банки. Блин, зомби пришли. Тут, походу, не поднялся. На дамбе. Как? На дамбе замес. Ты уже на дамбе. Ну я уже еду, что почти к вам прилетел, если че. Артур, ты? Да, это я. Забыл предупредить, извиняюсь. Не-не, я просто... Звук-то был оттуда, где ты. Это просто всем, кто не ездил от первого лица на велосипеде, рекомендую. Это просто. Я ездил, что-то неохота больше. Я тоже катался, и причем у меня была не включена, не выключена опция на минимум. Канистр стоит. Почти готово. Блин, ну с канистр... Я думаю, знаете что? Я думаю, я виноват, и экшон нам прибавил, потому что я канистру поджег. Да молодец, на самом деле, ничего страшного. На самом деле, я просто люблю это делать. Размен 2 в 1, и я умер по такой глупости. Я сошнул, решил спижонить. То есть я одного убил и думал, что все, можно убить и уйти. Но нет, я решил высунуться, переклиниться и еще одного убить. И тем пострадал за это. Ты наверху бришь. Меня бьют. Ау, зомби. Ау, как? Я внутри этого, у меня кровоточит. Блин. Я внутри желтой тележки был, вот забегаю. У Петика есть очень большой минус. Чё? Он не может по таким, знаешь, деревья, которые спальные, которые мы видели такие серые, он вообще не пересекает их никак. А их тут полно. Я ж через лес еду, как жестко. Да-да-да, где мы были. Ой, меня трясет всего. Бывает. Тебе бурятария еще нужно?
Я взял. И сейчас, наверное, пойду. А, вот у меня есть. Подожди, у нас тут ребятки заходят. Велик встал. Все, я бегу пешком дальше. Какой косой. Кому-нибудь он пригодится. Прикрыть? Да нет, нормально. Мой ствол не забрали у меня? Я забрал похожий на твой. Ну, в принципе, точно такой же, тебе без разницы. Ну, у меня точно такой же теперь. Я просто там мертвый с риской снизу лежал тоже. Ака я выкинул. Теперь Артур будет более таким штурмовиком вместо меня. Атакующим все и вся. Атаки. Атаки, атаки. Так, бам, ну чё, бам, как там у тебя дела? Бегу, бегу, вот уже. Вот бежишь уже к этой вышке? Не, бегу вообще к вашему заводу. Я просто ну, велик ты просто учитываешь, что если вот как мы раньше заходили, то слева от него там по дороге идет вышка такая, она то ли пожарная, то ли что. Гранату поднял. Понял, но я как бы хочу трупов полутать из своих в том числе. Ну, то есть вернуться к трупам. Ну, смотри, ну просто твои пушки, там их нет, поэтому если что, к нам пойдешь за пушками. Рюкзак нужен. Поесть, попить, крови залить. Понятно. Мне, кстати, почему-то всегда казалось, что в рожке ДМР 10 патронов. Их казалось 20. 20, да. И их можно правой кнопкой разбить на 4 пачки М24 патронов. Если mm-hmm. Так, ничего, я в ход палю. Я вижу, что... Здесь не очень неудачно, конечно, я палю. А господи, здесь... какой же я на втором удачный этаже. Человек все-таки. Я понял. Да? И ну, умер таки я. Да, вот вообще кто-то не ожидал этого, никто. Я знал. Ну вообще у них там шансов по идее не было, их было двое, нас было трое, мы знали, что они идут и... И после своих выстрелов они решили капитулировать и бежать к нам, ища политического убежища. Джек Шепард еще такой, блин, может не стрелять, какой нахрен не стрелять, они бы тебя убили. Они чуть не угробили меня. А не, если бы они... Я же все-таки его убил, все в порядке. Молодец, молодец. Ты сделал правильное решение, да, плюс 10 к карме. И влияние на 6 стрел увеличено на 7. Ага. У меня хоть Humanity минус 2150. Влияние на 6 стрел увеличено на 10 тогда. Да, 3 убийства. Так, я на заводе. Я вижу еще горы трупов. Ну, я вижу свой труп. В камуфляже лежит. Давай, лутай. Артур, ты сможешь сверху посмотреть? Я сверху смотрю в другую сторону. Че? Рестарт сервера через 15 минут. Я стрельнул. С меня пушку бы сняли, даже да, видимо. Не слышали. Артур с тебя снял пушку, чтобы тебе отдать. Я понял, да. Тут ремонтная. Я пушку не с него снимал. Ну, ладно, не важно. Я снял пушку снял. С того товарища, который кричал. Я бы не доснял. У меня лежит калаш с гранатометом, если что. Чей? На мне. Ну, это, наверное... Может быть, пока вы спускались, они взяли с меня пушку. Возможно, кстати. А положили калаш. Так нет, калаш мой был. Калаш свой. На самом деле, кому какая разница? Их всего двое было. Подождите. У вышки, на которой Макс был, только что видел движение слева направо, что-то быстро побежало. Может, птица? Нет, явно что-то было человеческого роста. Возможно, зомби. Ну, под закимонком. О, у нас здесь где-то есть кроссос. Ядреня, слышу, да. Стой на лестнице. Встретим его так, очередью. Кровосос, если ты на нас нападешь, мы ударим тебя в пельмешку. Ты в микрофон сказал это? Нет. Я дурак, что ли? 2 FPS. У меня 30 стандартно. Я сбежал от трупов. Так, Макс, ты предупреждаю, мы сейчас на взводе. Понял, нервные. Понял, бегу налево, вижу там еще один маленький завод такой, про который вы говорили, красненький, да? Угу. Да, мы на нем. Я понял. Высокое здание буду... такое, башневидное. Через одну минуту интересно, как быстро смогу тебя заметить. Вот если бы реально человек сюда пытался забежать и убить нас. Есть калаш с тремя рожками. Ну, это мой. Нет, с полными рожками. А, ну там было у чувака 3 рожка в этом. Не, если, я имею в виду, если кому-то нужно, есть. Я вижу этот. Я вижу вас в окне, вижу в окне, маячит да. один. Да. Я захожу через нижние вижу белые тебя двери. Ну, если был бы враг, я бы тебя снял. Красава. Давай. Я зашел. К Артуру. Бандит! А почему у тебя мой ствол? Кровосос! У тебя за спиной, уходи! Да нет, все нормально. Да успокойся. Он умер. Бро. Плюс. К влиянию на Джека Шепарда 10. Дайте пройти. Бери у меня с рюкзака. Свою пушку, если нужна, зомби, конечно. Да, конечно, нужна. У меня один стрел. Золотая пуля. М14. Золотая пуля, золотая. Наполняет ароматом пули. Смерти. Подожди, а я... Еще одна пуля. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Два ДМРК твоих. Да-да-да.
А... Костюм свой ты не забрал, что ли? Забрал, у меня в сумке лежит. А, понятно. Нет, так это я его с себя забрал, если что. Ну, понятно, да. Так, Бобы Хейнс. Я хороню ноги кровососа. Зачем ты это делаешь? У кого крови мало, господа. Можно залить. Джек Шепард, как тебе по крови? Кровь залить. Мне не надо. Кто стрелял? Стрелы, прячься. Уходи. Я стрелял. Нет, там справа стреляют из окна. Шустрилу убили? Нет. Ты лег? А, летит в меня! Давай убегай. Можно от двери, я хочу выбежать. Тут я попросил же от двери! Я хотел к Артуру перебежать быстро, чтобы тебе угол освободить. А зачем ты сюда перебежал? Я хотел туда перебежать, выпуск выходить. Вон Шус уже вышел, убивать пошел. Я не убивать, я хочу его увидеть. Выбегай, Артур, я за тобой сразу. Надо втроем рашить по-любому, он будет не знать, по кому стрелять. Подожди, не надо рашить. Я не знаю, что делать. Я перебегаю на другой заводик, он не будет этого ждать. Так, а может быть мне его попугать, пару этих пугачей пустить в окно? Рассредоточились. Офигеть. Нет, нет. Как идея? Нет. Сиди пока. Вот. Просто... Вот так вот заканчивается весь энтузиазм. Люди. Просто смотри, мы сейчас побежим, если к нему он нас убьет. А других вариантов нет. А как он нас убьет-то, ну? Вы бы мне тоже там реально попытались бы высмотреть его, помочь. Я и говорю, Артур бежит, я смотрю, ну и шарашу туда. Придумывайте что-нибудь. Вижу его! Где он, на горе? Да. Отдыхаю. Мне нужно дыхание. Он на горе слева. Снежная гора, где заканчивается снизу. Слева от нас? Да. Он ушел, я мог бы стрельнуть, но я хочу 100% хит. Сейчас отдохну. Джек Шепард не хз. Тебя сейчас прострелят. Да он боится уже. Слышишь? Молодцы. Их там двое. Гоняю их как первоклассников. Пошел в погоню. Не вижу. Выходите, они не будут стрелять. Выходите и гоните на гору. Втроем отжарим их, хорошо. Они на каком расстоянии примерно находятся? Я их вообще не видел. 350. Вижу, Макс бежит, а... Да, по правой стороне я иду за ними. Вот там они, куда я бегу, вон там, впереди. Джек Шепард, направь меня. Слишком много елок. Артур, где-то. Я прямо, если из окна смотришь. Так, стоп, беги, на горку беги. Угу. Чуть-чуть правей. И наверх. Понятно. Еще чуть-чуть левее. Вот, все, так, стоп. Да все, я высматриваю уже просто. Если чем, я могу лечь, скажите мне, чтобы я лёг. Что, ты не переодевался? Нет. Все Артур, нормально. Ты прям за Шусом бежишь. Да, я вижу. Если что, ребят, я буду крыть. Молодцы. Я же знал, вы налево побежали, а вы говорили, что не правее. Тихо. Куда они ушли? Видишь их, Шус? Нет, вообще ничего не вижу. Они в гору ушли? Почти под снег. Я не... Да, они ушли куда-то вот в ту сторону, не могу точно сказать. Но чем выше я, тем я себя спокойнее чувствую просто, я поэтому вверх иду. Просто сверху тут тоже не очень все хорошо. Я, честно говоря, их вообще не видел. Я просто увидел, как пульки полетели, поэтому и заорал тебя. Хочу... На пару секунд я вас не вижу, я хочу видео выключить, в общем, елочные эти. Чисто все. Да. Не могу ничего сказать, никого не вижу. Потихоньку буду возвращаться назад, потому что реально чисто. Я уже в снегу. Дальше не иду. Ты слишком высоко поднялся. Макс вообще слева видел его. Да все, я ухожу обратно. Не имеет смысла, я тоже на снегу. Ухожу, плавно смотря в закат. Гриш, ничего не видишь? Ау. Как дела? Чисто, никого вообще, ни движения. Вижу твой завод, вижу тебя. Это я на снегу прошел. По снегу бежите, да. По снегу я не бегу, потому что я бегу гораздо ниже. Я один там. Я вижу Артура, да. Артур. Артур, можешь упасть на пузо? Это хорошо, он, спасибо. Это он. Нормально. Уходим влево под гору. Там встречаем Джека и уходим вообще отсюда. В другую влево? Сторону. Сильно влево? Да. Видишь, такая торчит фалоимитатор из земли, но красный. Вот давай к нему.
Там падаем елки, занимаем оборонительные позиции, ждем Жека и уходим. Гуд? Гуд он так. Это доброе утро. Я так и знал. Почему меня не убивает никто? Я просто давно чувствую, что я должен быть. Мне нравится, я стою около окна, сначала думаю, что мне кажется, а потом... Это... Артур у этого окна сидел минут 10. Это я рядом с тобой, я сзади тебя. Да-да-да, там зомби просто, я в ёлке. Мы в ёлке. Так жёстко. Я тебе говорю, по тебе стреляют, стреляют. Ты такой, окей. Да, отошёл в сторонку. А за мной кровосос, Макс такой, за тобой кровосос. Я такой, ааа, всё нормально, убьём. Чё, мне к вам, к этой башенке, или вы ещё куда-то ливерли? Да-да, к башенке, к башенке. Я пошёл, потеряю зомбаков. Один за тобой бежит. Я все палю на гору и никого не вижу. Ну и слава богу, на самом деле. Да. Потому что хрен знает, там как-то. Слишком много крови на эту серию и так уже. Да ладно, что много крови. Это я говорю, пойдем на А2, да? Ага. Сходи. А2 на самом деле далеко, нет? Понты. Понты. Все, я выдвигаюсь к вам. Хорошо, я упал в елку. Жалко, что свое кому я никак не смогу взять обратно. Ну, то есть оно на трупе осталось. У меня есть гиллер. Но я с трупа не могу взять, я не могу раздеть труп. А, понятно. У меня есть только белая гильдия и все. Ну, смысла в ней, сам понимаешь. Да, как с козла молока. Честно говоря, прям ух. Да, 10 минут назад я даже, ну, как бы, подумать не мог, что мне придется сейчас снайперить, там, просматривать эту горочку, что вы туда побежите, то есть, очень быстро мы все перестроились, и так все классно получилось. И они начали двигаться, ну, то есть, все когда поняли, они увидели, что мы ушли с линии огня, да, они начали двигаться, спадили себя, нам это тоже помогло. Так, я у вышки, ориентируйте меня. У вышки? Стой. Вижу тебя, бандит, да, и я. Вот, продолжаем, смотри. Давайте за мной, друзья мои. Есть. Посмотрим взад, нам может в любой момент прилететь в спину, то есть. Так, ну если что, у нас теперь, смотрите, у каждого уникальный вид. Да. Макс, я по белым рукавам теперь отличаю. Артур во всем черном. И бородат. А я бандос или нет? Хорош с собой, да? Нет. Рестарт цели через 5 минут. Ну вот как рестарт будет, так закончим, наверное. Ребятки, я бы не прочь и попить, и поесть, у меня и то на минимум. Давай уйдем с опасного. А я как раз покушать, попить успел. Кстати, у меня подозрение, что ребята куда-то сюда ушли. Я не, вот не, здесь они не могли быть. Не, это нужно быть полным. Нет, не могли здесь быть. Им либо назад было отходить, либо rush нас, и они ушли назад. Ну, причем я им дал повод хороший, чтобы они ушли назад. Ну да. Я еще, кстати, я, по-моему, даже попал, кстати. Ну, то есть, я видел красный хитбокс. Как он жив остался. Так. Хочу снайперку. Сейчас будет темно. Да, найдем тебе снайпер. Ночные серии. Я, кстати, блин, я не захватил. Кого? Я фаер и видел. И хотел я забрал, взять. Кстати, свой ремонтный инструмент с себя же. Ну, то есть, можем чинить. У меня тоже тулс есть. У меня тоже тулбокс есть. Я про ремонтный. Про... Называется... и он у меня тоже есть. Он называется Portable Soul. Давай я тебе дам сейчас GPS свой. Или на два. А у тебя есть ПНВ один? Я один нашел, да. И у меня один есть. Давай я тебе дам, и ты его чинишь, и у тебя ПНВ. Иди сюда. Давай. Давай, вон куда. Серию как раз завершим. Ёлки, да. Тогда сделаем ПНВ, клади мне в сундук сразу. Да-да-да-да-да. Так, а я пока буду жрать да пить. Чё мне? У меня мое дело простое. Дом на нём. А, не, есть у меня broken ПНВ, да, можно одно мне сделать. Ох, можно я у тебя возьму один гиллер? Бери, пожалуйста, бери. Все, отлично. У меня один-то с собой есть, а один в этом. ПНВ-шку закинул. Артур, посмотри, что я закинул. Чё посмотреть? Как мы пришли. Спину, как мы пришли. А, это, да. Сейчас. ПНВ-шку закинул? Да-да-да. Ну, короче, она у меня одна. Так что можно заканчивать серию. Мочи, Артур. Подожди. А, возможно, я твою и подобрал. Вы что-то знаете, показалось. Что... Хорошо. Я кит-звук слышал странно. Нет, я со стороны опушки, по-моему, кто-то бежал. Хотя мне показалось, скорее всего. Нет. Я тоже что-то слышал. Береженного Бог бережет. Сейчас. Лучше перестать, чем не да. Да ладно, нормально все. Показалось. Я, знаешь, что я хочу тебе еще показать перед тем, как серия закончится? Ты спалил нас, оцени. Иди сюда.
Опа, здесь кто-то был. А, в смысле, это остается теперь? Да, теперь ты кушаешь и баночки. Прикинь. Это из стендалона будет, и к этому хотят привязать поиск людей. Не, на самом деле это вообще офигенно. Это хорошо сделали, молодцы большие. Вот да. Из такого, в принципе, игру играешь. Вот этого не было даже близко в Warzy. И поэтому, собственно, Warzy я считал достаточно поверхностной игрой. Ну что, ребят, давайте прощаться. И, блин, серия давайте. Была, по-моему, крайне неплохая. Ну, под конец я потерялся, офигенно, а вот парни у нас просто молодцы. Короче говоря, неплохо справились. Увидимся в следующей. Так что... До скорой встречи. Да, всем до пока. Скорой встречи. Всем пока. Всего хорошего.